Так, будем менять текстуры в игре SpinTires 030316 и 137. Они одинаково устанавливаются. Так, вот мой скачанный архив с текстурами. Вот они, текстуры. Так, теперь открываем проводник. Нам нужно найти саму игру. Это у нас будет локальный диск. Потом программ файлс x86. Дальше ищем Steam. Дальше Steam Apps. Дальше Common. Дальше идет вот SpinTires. Открываем. Здесь есть архив MeshCacheZip. Вот в него нам и нужно закинуть скачанные текстуры. Здесь выделяем все текстуры, кроме пустой папки. Вот. И теперь перетаскиваем их в MeshCacheZip с заменой. Вот и все. Теперь запускаем игру. У меня версия 1.3.7. Вот включаем играть. Ну, например, вот. Что у нас равнины? Вот текстуры грузовиков в гараже поменены. Вот и все на этом. Ссылку на архив я оставлю в описании.